никогда ни с кем не пытался развязать конфликт. Но если ты посмел обидеть кого-то из близких, ты влип. Устрою тебе жесткий трип по уральскому лесу. То, что было бы потом, сейчас говорить не к месту. 9 грамм у микрофона со мной, мои братья. Если есть лаве, есть тысячи способов их потратить. Если есть что сказать, не молчи, скажи. Если я рифмую, поверь, всегда только от души. Мои корни на Кавказе, но родился в Средней Азии. Учился в школе по Пушкину и по крыловским басням. Люблю баскет и уважаю Майка Тайсона. Не сомневайся, дам сдачи, если хочешь со мной кусаться. Близкие знают, у меня всегда открыты двери для всех, кто ко мне с добрыми намерениями. Я часто становился первым, я стремлюсь быть первым, оставаться верным себе. Выдержали б нервы, воспринимаю критику как стимул движения вперед. Меня учили говорить всегда все прямо в лицо. Добраться до намеченной цели и не сдаваться, при этом не просить, не верить, не бояться. Когда мне было 14, я выглядел за 20. Перед старшиками приходилось за сверстников прыгаться. Этот зверюга мусор все же нашел, до чего докопаться. Моя мама плакала, а он продолжал улыбаться. Ей-богу, перегрыз бы глотку этому уроду, братцы. Только не место, не время было срываться. Нашлась лазейка, чтобы страны по-быстрому убраться. Все случилось так, что не со всеми успел попрощаться. Пользуясь моментом, отдаю свой респект. Я не забуду тебя, каменный город Ташкент. В моих воспоминаниях тобой оставлен след. Всем, кто меня помнит, передаю привет. Когда качает музло, дай мне в руку микро. Я зарифмую несколько слов в свой необыкновенный флоу. Все как есть, без издержек, все по-прежнему. Ни банкрота, ни богач, шевелюсь где-то между. Не люблю снежный, под ним слабеют промежности. Не могу уснуть, сильно сушат во рту и сводят челюсти. Не люблю слушать от друзей дурные вести, хотя походу этого не избежать, хоть тресни. Я не хочу пахать на безбожную пенсию, поэтому совершаю некие коммерческие действия. С утра в студии готовлю товар, вечером клуб или бар. 9 грамм, толпа, в карман гонорар.